наш принц в подушечках еще не проснулся. Левушка, звездочка, настоящая звездочка, цветочек наш аленький. Левушка. Всем добрый день, мои хорошие. Добрый день, дорогие друзья. Володюшка, закупился русский-немецкий магазин, подкупился, что нам надо. Да. И сейчас будет обзор маленькой закупки. Что зайчик прислал? Да? Будем смотреть. Давай. Морковки маленькие, уже вареные. Очень удобно. На салатик или в супчик, конечно, удобно, когда свежей морковки нет. Печень трески. Очень вкусная консерва рыбная. Старая Рига. Шпроты в масле и шпротный паштет. Хорошо. Тушенка свиная. Моя семья. Моя семья, три поросенка. Тушенка. Мамка ее любит. С гречкой готовит, очень вкусно. Так, смеялась надо мной, а я тебе вот купил. Помидорный сок. Видишь, да? Так написано. Не томатный, а помидорный. Помидорный сок, ну слава богу. Доказал. Да, есть такой сок. Еще сок яблочно-вишневый. Кто у нас любит? Я. Мамка любит. Очень вкусно. Так. Буковки называются. Ну, действительно, буковки. Макарончики такие буковки. Я их варю, делаю с сыром, и моим очень нравится. И такие вот ракушки тоже очень маленькие. Угу. Вкусные. Так. Чоколадка. Кому такая чоколадка? Это мне для диеты. Чоколадка. Спасибо большое, мой хороший. Колбаска. Сыр камемберт. Мамке нравится. Биршенкенвурст, ягдвурст. Колбаска. Мандаринки. Хорошо. Чернослив. Все нужно, все вкусно. Овсяное печенье. И кто это у нас любит? Папа любит. Папа. У всех свои любимые вкусности. Картошка венгерская. Очень вкусная она. Солененькая. Палочки вот такие. Масло немецкое. Гречка. Русское поле. Хлебушек с тыквенными косточками. А может, с семечками? Семечками, да. Перепутал, ладно. Я не могу. Чуть-чуть перепутал. Да, чуть-чуть. Для Левушки. Говядина. 4,15. Для нашего солнышка. Ребрышки килограммчик. Крылышки. В русском не было, в немецком купил. Хорошо. 100 грамм. Крылышки это самое вкусное. Вкусное. Так. Йогурт маленький. Ну, мы всегда на завтрак. Земляничный, банановый и абрикосовый. По штучке съедаем. Да. Куривурст. Можно иногда. Вкусно. Ну, в общем, это сосиски уже... Да. Готовые в соусе. В соусе. Разогреваешь и все. Красная свекла вареная. Готовая. Но главное, что красная. А, ну да.
Ой, я не могу. И свежие яйца. Белые. Все. Зайка, раскладывай. Хорошо, разбирай. Хорошая все подкупочка. Есть. То, что нам нужно. Спасибо большое, моя золотая. Нарезаю говядину для Леушки, отварю, и сегодня он будет кушать вкусную говядину. Тарелочка с фруктами и орешками для моего Володюшки. Мяско для нашего мальчишки варится, и здесь 400 грамм этой порции ему хватит на 2 дня. Опять и снова напиток из лимона и имбиря. Леушке приятного аппетита. Буду его кормить. Вкусно. Умница. Приготовила я пикалини, маленькая пицца, 3 сыра. Ну как приготовила, она готовая, я ее разогрела. И здесь у нас братвурст, сосисочки для жарки. Мои хорошие, скатерть готова. Имею в виду бахрома на скатерти. Все получилось так, как я хотела. Сверху у нас лежит силиконовая скатерть, поэтому хорошо очень моется, вытирается, и все чистенько.
духовочка работает, а я только посматриваю, когда будет готово. Зеленый лучок, помидорки, так что немножечко овощей. Картофельное пюре, так что я могу уходить с кухни, у меня все готово. Духовочка тоже справилась со своей работой. Хорошие мои, желаем вам замечательного весеннего настроения, уверенности в своих силах. Испытывайте наслаждение от происходящего вокруг. Радуйтесь жизни и солнышку. Мира и добра, здоровья. Спасибо вам огромное за внимание, за ваши отзывы, за ваши подписки. Я вас обнимаю. Чус. Пока.